Здравствуйте! С вами снова «Подкованные истории» с Витой Козловой. Сегодня мы продолжим наш рассказ о Якове Ивановиче Бутовиче, выдающемся общественном деятеле начала XX века, коллекционере, коннозаводчике лошадей орловской рысистой породы, человеке, которому мы обязаны ее спасением. Происхождение свое он относил к столбовым дворянам Полтавской губернии. Столбовой значит древнего рода. В XVI-XVII веках велись специальные родословные книги в 2-3 столбца на странице, но, вероятно, отсюда и столбовые. А в других книгах, на столах чекистов, в 20-30-х годах прошлого века рядом с его именем будет поставлено иное определение – враг народа. Между двумя этими статусами и пройдет его жизнь, насыщенная трудами и событиями, и, к счастью, не столь короткая, чтобы не успеть завершить самые важные дела. Мы оставили нашего героя в Москве. На дворе радовала красками осень 17 года. В беговом обществе продолжались споры между орловцами и митизаторами, но возникли новые проблемы. В феврале 17-го тотализатор был запрещен временным правительством, и бега прекратились. Но после долгих хлопот членов бегового общества Временное правительство разрешило бега без тотализатора и даже выдало субсидии на призы. Но это уже скорее походило на пародию, да и мощь бегового общества была сильно подорвана. А тем временем в Питере снова произошел исторический переворот. Власть оказалась в руках большевиков. Первые известия из Петрограда были получены поздно вечером. Москва немедленно превратилась в жужжащий улей. Едва ли в ту ночь кто-то спал во встревоженном городе. Утром Бутович поехал на Ходынку, это был беговой день. Улицы заполонили тысячи людей, но на бегах зрителей не было. Трибуны оказались пусты. В членской ложе бегового общества собралось много охотников бега, и лица у всех были взволнованы. Заезды шли своим чередом, но никто на них не смотрел и не интересовался. Это была странная картина. Бега при пустых трибунах, какое-то безразличное выражение лиц у наездников и отсутствие настоящей борьбы на финише. Как будто отбывалась некая повинность. Каждый чувствовал, что вскоре все изменится. Теперь мало кто сомневался в том, что бега будут закрыты. Худшие опасения сбылись скорее, чем предполагали. Из города стали приходить на ипподром известия одно тревожнее другого. Было ясно, что Москва также перейдет на сторону революции. Ближе к вечеру Бутович вместе со своим давнишним оппонентом, заводчиком-митизатором Телегиным, стояли в библиотеке, окна которой выходили на аллею. Из них открывался вид на Ходынское поле и наблюдали, что там происходит. Там на Ходынском поле строились войска, а по Петербургскому шоссе двигалась в город артиллерия. Войсковые части направлялись к городской думе, чтобы навести порядок, но быстро переходили на сторону восставших. Телегин, наблюдая за движением войск, говорил о том, что все погибло, и возврата к прежнему уж нет и быть не может. Он был настроен пессимистически и считал, что конные заводы не переживут всего этого, так как крестьяне их попросту разграбят, потом захватят имение, и что ждать помощи не от кого. Прав оказался Телегин. Все его наихудшие прогнозы, к несчастью для России, подтвердились. Бутович был настроен более оптимистично и полагал, что все непременно образуется. Вскоре ему придется пойти на все, чтобы спасти свой завод и художественную галерею. Он будет использовать для этого любую возможность. Сам выступит инициатором их национализации. Более того, потомственный дворянин, барин, рафинированный аристократ, он будет назначен управляющим своего бывшего завода в Прилепах. Бутович будет работать и в пролетарском наркомате земледелия, в чрезвычайной комиссии по спасению племенного животноводства, где был специальный подотдел коннозаводства и конкретно поголовье орловского рысака. При поддержке Павла Буланже в 18 году Яков Иванович провернет хитроумную, талантливую и опасную авантюру. Русский писатель, последователь Льва Толстого Павел Буланже после Октябрьской революции стал председателем чрезвычайной комиссии по учету и охране племенного животноводства. Вместе с Бутовичем они составили проект важнейшего для отрасли декрета о племенном животноводстве и через Фотиеву, личного секретаря Ленина и его помощника-революционера и ученого-этнографа Бонч Бруевича, подсунули на подписи Личу. Этот момент стал поистине спасительным для всего племенного животноводства, в том числе и для орловской породы. Декрет защитил бесценный племенной материал от уничтожения и разграбления. В статусе члена Чрезвычайной комиссии по спасению племенного животноводства Бутович без устали выступает на собраниях большевиков и разъясняет государственное значение конных заводов, ссылаясь на декрет, охраняющий племенной материал. Он видит, что крестьянство не понимает значения коннозаводства, ибо ослеплено желанием заполучить земли совхозов, где есть заводы. Но снова и снова объясняет, что без улучшателей не поднять производство лошади и что породы нужно во что бы то ни стало сохранить. Несмотря на то, что к его словам и призывам новые власти остаются равнодушны, постановление об упразднении заводов все же принято не было. Образовали комиссию, поручив ей согласовать этот вопрос с центром. Бутович отчетливо видел, на какой шаткой базе держатся заводы в губерниях, как легко их уничтожить простым росчерком пера. Стабильного в те годы не было вообще ничего. И все же он стал мечтать о том, чтобы обратить внимание губернских властей на коннозаводство, увлечь их и тем самым укрепить положение заводов. Мысль эта была по существу верная, но как ее реализовать – вот вопрос, над которым пришлось поломать голову. Бутович решил, что необходимо устроить в Туле, где он продолжал проживать и работал, конскую выставку и пару беговых дней, разумеется, без тотализатора, чтобы показать товарищам-большевикам лошадей и заинтересовать их зрелищем бега. А потом на выставке во всем блеске представить тот материал, который создает и беговую лошадь, и полукровную крестьянскую, и, наконец, лошадь для города. Словом, Яков Иванович задумал нечто до тех пор невиданное – выставку только государственных лошадей, или, иначе говоря, показательные бега и выводку племенного материала. Он был уверен в успехе, ибо верно рассчитал, что лошади произведут хорошее впечатление, бега заинтересуют, власти увидят, что работа ведется. После этого можно было рассчитывать, что разговоры о ненужности и даже вредности заводов затихнут, и заводское дело в среде губернских работников получит признание и обретет сторонников. Его член коллегии наркомата земледелия, революционер и сторонник Троцкого Николай Иванович Муралов, который, как и Бутович и многие участники описываемых событий, будет расстрелян в 1937-м, приехал в Тулу, чтобы присутствовать на показательной выводке и испытаниях, как теперь стали называть бега. Именно он и принял доклад Бутовича о состоянии конного дела в Тульской губернии и остался очень доволен всем увиденным и сделанным. Более того, Бутовичу пришлось принять должность начальника отдела во вновь образованном, по идее того же Муралова, ГУКОНе, то есть Главном управлении государственного коннозаводства. Должности этой он не хотел, отказывался, но интересы дела перевесили. И вот так, что называется, налегке, он покинул Прилепу и переехал в Москву. Здесь, на Причистенке, в Мертвом переулке, дом номер 8, ему дали хорошую комнату в квартире бывшего домовладельца Романова, и началась столичная чиновничья жизнь. За окном была осень 2020 года, а Бутович вынашивал дерзкий план. Он задумал восстановить бега, как он мысленно продолжал называть советские испытания. Испытания. Видимо, это название меньше резало слух правоверных пролетариев и не так сильно напоминало о буржуазных временах, когда вся Москва, старый млад, устремлялась на Ходынское поле в день дерби или смотреть бег знаменитых рысаков, таких как Великий Крепыш. Беседуя со специалистами, Бутович быстро убедился, что никто из них не знает, каких качеств и достоинств производятся лошади. То есть заводы остались, в них были лошади, обслуживающий персонал, управляющие, рождались же ребята, потом они превращались в годовичков, двухлеток и так далее. Но работы по тренингу в заводах не велось никакой. А так как не было тренинга, то никто не знал даже приблизительно, резвы ли эти лошади или тихи, имеют ли хорошее дыхание или плохое, каковы характеры, ход, сердце. Словом, это была не коннозаводческая работа, а работа в темную. Специалисты же могли основываться только на проверенном, то есть прежнем материале, поэтому игнорировали рысистый материал нового советского производства. Безысходность положения чувствовали и заведующие заводами, которые все чаще стали спрашивать Бутовича, как же работать дальше. Все видели тот тупик, в который попало рысистое дело, и ждали от Бутовича решительных действий. Яков Иванович, конечно, как никто понимал, что проверить хоть и немногочисленный молодой материал совершенно необходимо. И вот он стал думать о том, что хорошо было бы провести в Москве хотя бы 2-3 дня испытаний по тульскому образцу. Как говорится, лиха беда начала, а там, глядишь, и дело пойдет. Была у Бутовича еще одна группа сторонников, очень многочисленная. Это были наездники, ставшие после революции безработными. Они являлись к нему заднего крыльца, то есть не в ГУКОН, а домой в Мертвый переулок. И тоже просили о восстановлении бегов. В те годы они реально бедствовали, и с них давным-давно слетел тот форс, которого у наездников было всегда так много в достопамятные буржуазные времена. Яков Иванович хорошо понимал, что в их лице будет иметь не только рьяных защитников, но, что главное, отличных работников, которые сделают все, чтобы возродить бега. Бутович решил, что наступило время поднять вопрос об устройстве правильных конских испытаний и составил докладную записку в коллегию наркомзема. К его удивлению и великой радости записку эту не только приняли благосклонно, но дали разрешение устроить 2 дня испытаний на московском ипподроме. На них даже была ассигнована довольно крупная сумма денег. А Бутович был назначен председателем комитета по устройству этого мероприятия. Беговой мир торжествовал. Была одержана самая крупная победа на послереволюционном коннозаводческом фронте, которая имела неисчислимые по своей благотворности последствия. Уже только заодно это Бутовичу должен стоять памятник на московском ипподроме. Но, увы, его там нет. Невероятно, но на Бутовича, который ради спасения лошадей остается на родине и не просто сотрудничает с новой властью, а сам предлагает национализировать свой завод и свою художественную галерею, посыпались упреки и обвинения. Вот что он сам писал об этом. «Я знаю, что очень многие бронят и даже клянут меня за мою деятельность на поприще коннозаводства после Октябрьского переворота. Близорукие люди. Они не видят и не понимают, что только благодаря этой тяжелой и самоотверженной деятельности рысистое коннозаводство страны спасено. А с ним уцелел и не погиб орловский рысак, имеющий все шансы при благоприятных условиях возродиться и расцвести. Беспристрастную оценку этой моей деятельности даст только суд истории. Когда все страсти утихнут и злоба уляжется, история ответит на вопрос о том, следовало или нет предпринимать ту работу по спасению коннозаводства, которую в тяжелых и страшных условиях Советской России я предпринял». Чего только ему не довелось пережить после революции. И уходить от погони, и спасаться от конокрадов, и прятаться под мостом от комиссаров, хитрить, организуя закупку лошадей, превращаться в дипломата в учреждениях и прочее, прочее, прочее. И все для чего? Для того, чтобы прокормить себя, помочь жене и дочери, иметь возможность жить в прилепах и, самое главное, продолжать работать во благо орловского рысака и, конечно, покупать картины, пополнять коннозаводческую галерею. Ну, такова уж сила страстей человеческих. А тем временем набирал обороты процесс, который изменил ход истории нашей страны и судьбы не только тех, кто остался в России, чтобы искренне сотрудничать с новой властью, но и самих первых революционеров. Это была так называемая чистка партии, замена провинциальных руководителей, назначенных вождями революции, на других, преданных лично новому генеральному секретарю партии большевиков Сталину. 10 тысяч назначенцев. Сталин, Каганович и Молотов не просто перетряхивают партию, они делают это кардинально. Всюду теперь сидят сторонники генеральной линии, полностью зависимые от тех, кто их назначил. Руководство переходит к партийным работникам, внедряемым повсеместно. Когда власть секретариата партии стала безграничной, к Сталину начали обращаться ближайшие соратники Ленина с просьбой включить кого-нибудь из них, хоть Троцкого, хоть Бухарина, хоть Зиновьева, в состав секретариата. Но нет, было уже поздно, ведь Сталин хорошо понимал, что они будут настаивать на ограничении его власти. И даже когда о перемещении Сталина с поста секретаря партии попросит в своем последнем письме Ленин, напишет о том, что Сталин груб и вряд ли может правильно распорядиться находящейся в его руках властью, внутрипартийные интриги между Зиновьевым и Каменевым с одной стороны и Троцким с другой не позволят выполнить наказ Ильича. Каждый боялся, что в кресло Сталина сядет его оппонент, а этого нельзя было допустить. Поэтому враги Троцкого, боясь его больше Сталина, начали его топить. Это было не так уж и сложно. Троцкого не любили. Он был заносчив, и с ним действительно было трудно. Он же символ, он вождь, он не может серьезно объясняться со Сталиным, ведь он теоретик мировой революции. А кто такой Сталин? Партийный бюрократ? Сталин сплотил Зиновьева, Каменева, Бухарина ненавистью и завистью к Троцкому, к его таланту и блестящему ораторскому искусству, к тому ореолу, который его окружал. А Троцкий не понимал, что чем больше у него славы, тем это для него опаснее. Сначала его лишили поста наркома по военным делам. Это был первый ход шахматной партии Сталина. Вместо Троцкого назначили Фрунзе, которого вскоре случайно зарежут на операционном столе, удаляя язву желудка, которой, скорее всего, и не было. Тем не менее, в политбюро Троцкого оставили, и он, приходя на заседание, демонстративно читал французские романы. Никто больше не смел так себя вести, а он мог и всячески показывал, как ему смешны бюрократические игры, не понимая, что приближает этим свой крах. А дальше Николай Бухарин произнесет знаменитую фразу: «У нас могут быть только две партии, одна у власти, другая в тюрьме». В 1927 году десятилетие октября отметят уже без отцов революции. А опытнейшим аппаратчиком Сталиным будет создана организация, эффективно устраняющая неугодных. В 1929 году создатель 4-го интернационала Лев Троцкий будет выслан из страны, а в 1940-м убит агентом НКВД Рамоном Меркадером, которого специально для этого внедрят в его окружение. Позже за это убийство Меркадер получит звание Героя Советского Союза. Вот под какой каток попадает Бутович. В описываемое время главмузеем руководила, если пользоваться формулировкой самого Бутовича, товарищ Троцкая, она же Наталья Ивановна Седова-Троцкая. Товарищ Троцкая была руководителем Главного комитета по делам музеев и охране памятников искусства, старины и природы при Наркомпросе, в обиходе главмузей. Поскольку лошадьми распоряжаться музейная начальница не могла, она взяла под свою опеку только собрание конных картин. Благоволила и много помогала Бутовичу. С самим Троцким у Бутовича знакомство также было давнее, ведь они своего рода земляки по Каспер-Николаевскому уезду, где находилось имение Бутовичей. И там же у местных помещиков работал управляющим отец Троцкого. Бутович был уверен, что эти связи обеспечат ему защиту на государственном уровне. И действительно, поначалу он пользовался редкими привилегиями для бывшего. Связи во власти были достаточно крепким якорем в те бурные времена, а цепь, державшая якорь Бутовича, вела на самый верх. Именно эта цепь, ведущая наверх, и превратится для Якова Ивановича в тюремные оковы. Разумеется, не только сам Бутович. Никто тогда не мог представить себе, что отец революции Троцкий будет объявлен врагом народа, и народ в это поверит. Хорошо, что Ленин к этому времени уже умер, иначе эффективный менеджер Сталин и его бы отправил вслед за соратниками. Итак, в коннозаводстве Наступили времена, когда средства для разведения лошадей оказались лишь у одного владельца – государства. И вскоре выстроилась целая очередь из жаждущих управлять чем-нибудь, ну хоть бы конюшней или музеем. Веру взяла сила, которая требовала освободить для себя место. «Слазь, кончилось ваше время», как сказал поэт. А шотландец Томас Карлей еще в позапрошлом веке говорил: «Революция врывается как смерч». Есть, по его же словам, лишь одно средство избежать ее всесокрушающего натиска – не доводить до революции, иначе не жалуйтесь. Профсоюзные организации, партийные ячейки и местные власти ну никак не могли примириться с тем, что бывший помещик Бутович проживает в своем бывшем имении, заведует заводом и занимает высокие должности. Это было им как кость в горле, и они постоянно травили его и даже требовали ликвидировать завод. Ряд попыток был сделан, но успешно отражен. Однако, наседая на губернские власти, ведя агитацию против Бутовича, посылая доносы, жалобы в центр, требуя его снять, они очень осложняли ему работу. На борьбу уходило много сил и времени. Местные государственные организации без конца ставили Бутовичу палки в колеса. Он все время находился под угрозой снятия с работы или ареста. Борьба велась не только против Якова Ивановича, но и против старых сотрудников, еще служивших ему, как говорили товарищи. Старая гвардия являлась основой, цементирующим ядром завода. Бутович мог вполне положиться на этих людей, поэтому их тоже травили, притесняли и всячески стремились выжить. Но Яков Иванович этого не допустил. Все они остались на заводе вплоть до того дня, как он покинул их навсегда. И тем не менее, усилиями завистников, мечтавших занять его место, Бутович в конце концов не только лишится завода, но и будет отстранен от должности хранителя музея, своего любимого детища. А во время передачи музейных экспонатов его обвинят в краже некоторых из них и заведут уголовное дело. Ограбленный, большая часть личных вещей была изъята, поверженный, но отнюдь не сломленный, Яков Иванович едет в Москву, где пытается найти справедливость и защиту, но тщетно. А что же Прилепский завод? Он будет переведен в Хреновской, причем не целиком. Часть кобыл передадут в Грязнушинский конный завод, где не было в то время настоящего заводского порядка. Вслед за этим будет переведен в Москву и музей. Якова Ивановича арестуют в начале 1928 года. Потом будут Лубянка, Бутырка, Тульская и Адоевская тюрьмы и Соловки. Бутович закончит свои дни в знаменитом, по иронии судьбы, Орловском централе, самой грозной советской политической тюрьме, где одновременно с ним будут отбывать пожизненный срок эсеры-террористы и государственные преступники. В сталинских застенках Яков Иванович в адских условиях заключения карандашом напишет основную часть своих воспоминаний. Это был его последний подарок будущим поколениям специалистов коневодства. Сегодня, спустя почти столетие, можно сделать вывод. То, что было создано Бутовичем, не смогли искоренить ни революция, ни гражданская война, ни прочие бури истории. В начале роковых для Бутовича 20-х годов на его конном заводе, ставшем государственным, произошло событие, переломное для судьбы породы. Родился величайший орловец Ловчий. Две породные линии, которые пошли от него, по сути, спасли орловского рысака от деградации и крушения, придали породе новые качества. А сколько было сохранено ценнейших производителей, одно только перечисление которых заняло бы целую подкованную историю. К счастью для орловского рысака и во многом благодаря усилиям Бутовича порода смогла выжить в это лихолетие, а вот Бутович жизнь потерял. О годах, проведенных им в сталинских застенках, мы знаем из автобиографической книги Олега Волкова «Погружение во тьму», изданной в Париже. Известный петербургский прозаик, узник ГУЛАГа, четверть века томившийся в лагерях и ссылках, несмотря на все мытарства, не утратил ни памяти, ни довольно злой наблюдательности, ни жалящего остроумия. Поэтому здесь я позволю себе достаточно длинную цитату из книги Волкова, потому что, пожалуй, это единственное свидетельство человека, который лично видел Якова Бутовича в последние трагические дни его жизни в условиях политического заключения. а еще потому, что едкий слог автора не заслоняет собой картины мужества и рисует человека, не потерявшего достоинства, не ставшего испуганным и безличным животным под гнетом обстоятельств. В толстом, невысоком человеке с подстриженной седой бородкой и пенсне на шнурке, суетливо раздевавшимся рядом со мной перед тюремными обыскивателями в синих халатах, я неожиданно узнал Якова Ивановича Бутовича, тульского помещика и конозаводчика. Он и тут, переконфуженный, старался держаться с достоинством и даже независимо. Я слышал, как, отвечая на вопрос анкеты, он с некоторым вызовом бросил: «Сословие? Дворянин, конечно». Олег Волков описывает один интересный случай, хорошо дополняющий портрет Бутовича. «Принеси ко мне чаю», – спокойно, с уверенностью в своем праве распоряжаться, сказал он как-то Ваське Шалавому, распущенному карманнику, вздумавшему подступиться к нему со стротами. И этот вор, всем на удивление, отправился к чайнику нацедить кружку. «Спасибо, голубчик», – поблагодарил Бутович, принимая из его рук чай, точно и не ждал, чтобы его поручение не выполнили. А все потому, что в Бутовиче были все приметы русского барства: вежливость, исключавшая тень фамильярности, осознание собственного достоинства и даже исключительности при достаточно скромной манере держаться, благосклонность с еле проступающим оттенком снисходительности. Согласитесь, что это описание Бутовича ценнее, чем сотни домыслов людей, которые никогда не были с ним знакомы. А ведь в сталинских застенках сохранить достоинство было почти невозможно. Там ломали закаленных героев гражданской войны, не боявшихся ни черта, ни дьявола. А тут толстый, неспортивный барин вдруг оказался человеком с железным стержнем. «Во время реальной опасности холоднокровие никогда не покидает меня», – писал Бутович, вспоминая свое первое общение с толпой возбужденных и агрессивно настроенных крестьян, когда в революционное лихолетие крестьяне пришли отбирать у конезаводчика клеверное поле и выкрикивали, что пойдут на все, чтобы получить этот участок земли. На фоне всеобщего разграбления, поджогов помещичьих усадеб, насилий и убийств их владельцев, угроза была более чем реальна. Бутович согласился отдать участок и вручил толпе официальную бумагу за своей подписью. На какое-то время грабежи утихли, но ненадолго. В этих обстоятельствах он решил спрятать своих самых лучших лошадей. Отвел 4 кобыл к лесничему, побожившемуся сохранить тайну. 2 из этих лошадей – дочери Громадного. За сохранение лошадей и тайное их местоположение Бутович хорошо заплатил лесничему. И вот прошло 10 лет. И уже в тульской тюрьме к Якову Ивановичу в камеру попадает крестьянин и говорит: «А помните, как у вас увели, барин, 4 лошадей? Гнедая-то кобыла и сейчас живет у моего соседа». «Ну и кобыла! Бежит, так никто ее не обгонит, а в работе другой такой лошади не сыскать во всей округе. Много было охотников ее купить, да он кобылу не продаст, милкой называет». И впрямь милая лошадь. Готовя этот выпуск «Подкованных историй», мы связались с Управлением Федеральной службы безопасности по Орловской области и попросили выяснить, как и когда погиб Бутович. В ответ пришла короткая справочка. Бутович Яков Иванович, 1881 года рождения, уроженец поселка Каспера-Николаевка Херсонского уезда Херсонской губернии, проживал в городе Мценске Орловской области, коневод, арестован в 1937 году, расстрелян. Из текста справки даже непонятно, был ли Яков Иванович реабилитирован. Хорошо, хоть Википедия дает информацию о том, что указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года Яков Иванович Бутович был реабилитирован. А значит, его гордый дух обитает в покое в звездном своем бессмертии. Мне очень хочется привести еще одну цитату из записи самого Якова Ивановича. Сказанное о советских коннозаводчиках чуть ли не 100 лет назад и сегодня звучит пугающе актуально. «Не люблю я и боюсь всех этих великих людей от коннозаводства. Безразлично, происходят ли они с Смоленска или заднего двора бегового ипподрома. И очень боюсь, что, несмотря на все свое показное величие, они таки погубят советское коннозаводство. Погубят то, над чем так ревностно работают уже не первый год. И притом погубят не в силу того, что они враги делу, а только потому, что это выскочки и невежды». К счастью для российского коннозаводства, в нем сохранились профессионалы. Они и сейчас продолжают совершенствовать чудеснейшее из земных созданий – лошадь. Воспитывают ее и обучают сражаться на ипподромах. К сожалению, сегодня этим людям, так же как и лошадям легендарной орловской рысистой породы, приходится осваивать еще один важный навык – выживать. Ввиду отсутствия какого-либо внимания к орловскому рысаку со стороны государства, эти люди не слишком заметны, как, впрочем, и все подлинное, что противостоит массовой профессиональной деградации. Но отцвет благородства и высокой романтики, благодаря таким людям, как Яков Иванович Бутович, уже не уйдет из труда и усилий настоящих конюхов, коннозаводчиков, наездников и просто любителей и знатоков лошади. Бутович оказался пророком в своем деле. Лошади его завода произвели потомство, которое преобразило и подняло на новый уровень орловскую породу. Будем же помнить его. Ведь пока мы способны на справедливость к прошлому, мы имеем право на будущее. Ибо не полностью еще утрачена орловская рысистая порода, которую мы привычно называем визитной карточкой России. Есть еще у орловского рысака шанс не быть потерянным навсегда. А у нас, как нации, не стать позорными растратчиками величайшего наследия. Оставайтесь с нами, вас ждут новые подкованные истории.